Всем хайшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Дюранго, и в принципе ничего не поменялось, у нас какой-то там горит все квест, который в прошлый раз горел, я его так и не выполнил, но зато выполнил следующую другую вещь, так, хватит спать. Значит, я поймал наконец-то вот этого, приручил динозавра, построил загончик для него, и я это дело сделал, ребятки. Единственное, что в комментариях мне никто, к сожалению, не написал, что динозаврика этого надо было бить не 15 уровня, а 13, то есть, когда я бил 15-го, ничего в принципе не происходило, они просто... Я их не мог поймать, у меня физически это дело не получалось, сколько я это не пытался. Ушел дальше по острову, там были 13 уровня вот эти динозавры, я его побил, соответственно, и сразу же я его поймал. То есть, как только сетёшка загорелась, я сразу же взял его и поймал. Значит, что мы можем с ним сделать? Мы можем, в принципе, на него сесть, да, и... И что нельзя ездить верхом на голодных животных. Ну, то есть, смотрите, я не зря тогда собирал листочки, да, чтобы теперь взять и покормить его. То есть, мы приручили животное, мы его сейчас кормим и, в принципе, используем его как транспорт. Значит, пока он ест, я думаю, самое оно время сделать еще одну вещь. Ты поел, что ли? Окей, хорошо, молодец, быстро ешь. Красиво делаешь. Значит, мы можем еще сделать следующее. У нас есть, прежде всего, что у нас есть? У нас есть кристальчик, это классно, но немножечко не то. У нас есть еще один ящик, когда мне сдавали за предрегистрацию. Поэтому, в принципе, я могу здесь сейчас взять и приручить кого-то еще. Вот, давайте сделаем вот так вот. Значит, самодельное для приручения, смотрите историю по ссылкам. Нет, я не хочу упаковать, я хочу туда кого-нибудь поставить. Можно мне кого-нибудь использовать, поставить? Так, обращение. Обращение и вот так вот. Да, давайте сделаем, нажмем приручить, потому что он у нас есть. И он, в принципе, должен моментально приручиться, он 10 уровня. Вот, как-то вот так. Отлично, то есть у нас почему-то ранг Б горит, я не знаю, что такое ранг, если ты знаешь, то пиши. Значит, веха роста 3, скорости, макс оса, сумка, тарам-пам-пам. Значит, поместить в сумку, да, нам нужно прежде всего поместить его в сумку, и потом мы сейчас из сумки можем что-то с ними сделать. Я не помню, как его доставал туда, поэтому сейчас буду вспоминать. Потому что это было единожды, и вот он, значит, здесь вот. Создать связь, да, создать связь, мы должны моментально это сделать. То есть у нас, ну, типа как премиумные все дела, такие прочие, тарам-папам. Окей, давайте призовем. Опаньки, тарам-пам. И что мне с тобой делать, дружище? А на тебя сесть-то можно? Окей. Для чего он мне нужен? Кто мне? Наступить на него? Там можно наступить было на что-то. Что это такое? Погоди. Что за подошва? Погоди. А, это прыгнуть. Ё-моё, я... Извиняюсь, я тебя чуть не раздавил. Ты какой-то мелковатый. Ладно, давайте же сделаем следующее. То есть мы призвали вот этого маленького чудика. Его кормить не надо. Он классный, бро. Поэтому мы сейчас, наверное, сделаем следующее. Мы отправимся, не знаю, куда-то выбрать сбор. 12 этих. Давайте что-нибудь повыполняем, какие-то квесты, я даже не знаю. Есть ежедневные, да, то есть вот всяческие задания. Вот. Еженедельные, также есть достижения, вехи и тому подобное. На самом деле, с заданием мне немножко как-то тяжеловато дается, я честно не знаю, почему в этой игре. Вроде все на русском, вроде все классно, бро, и хорошо должно было бы случиться, но я не знаю, что-то есть такое, какие-то темные силы мне мешают выполнять задания. Я их не понимаю. Я не понимаю, куда мне нужно идти, я не понимаю, что мне делать. Как-то здесь чего-то здесь сделано не совсем правильно. Что-то мешает такого. Значит, где выполнить сбор добычу ископаемых 20 раз? Где? Кого сделать? Кого покопать? Ну, давайте посмотрим. Ископаемые. Будем искать ископаемые. Вообще будем выполнять сейчас какие-то квесты. Я не знаю, какие квесты будем выполнять. Допустим, ископаемые. А можно как-нибудь это... Сделать галочку, а он бы мне показывал что-нибудь. Нет, нельзя. Ну, смотри, видишь, ничего не дает нам. У меня даже почему-то вообще сейчас ничего не... Вода есть, давайте попьем. Давайте попьем, это нужно, наверное, это полезно, это классно, это круто. Вот, поэтому давайте попьем. Пока есть вода, хотя она мне не нужна была, но я это дело сделал. Значит, давайте отправимся куда-нибудь. Ебаньк. На гавань и поплывем отсюда. На острове, конечно, круто, на острове хорошо. Динозавр, поехали. Поехали, динозавр, поехали, говорю. Поехали, все. Поехали мы куда-то.
Что я такое сделал? Что я не так сделал? Ну, конечно, я не так сделал, потому что я нажал на гавань еще раз. На освоенный остров, вернуться к разведке, поднять парус. Давайте попробуем к разведке. Что такое разведка будет? Давайте. Окей, давайте попробуем отправиться в разведку. Что это? Остров пропал? Как это так? Куда остров дели? Кто его украл? Ну-ка, признавайся, ты украл. Ты по-любому украл, чтобы не делиться со мной ничем. Ну, давайте поднять парус. То есть я могу так. Убежище компании есть Анкара. Есть, значит, у нас по уровням. По уровням. Уровень у нас... какой у нас уровень? Кто помнит, кто знает. Я не помню, какой у нас уровень, если честно. Ладно, короче, поехали. Значит, поехали. У нас уровень 10, значит, нам надо на остров. На остров. Неизведанный. Поехали. Поедем. Тут водятся всякие... динозавры, интересные зебрабры, горбабры, тому такое прочее. Я не знаю, как они называются, потому что я не всех динозавров вообще знаю, и тем более это было очень так давно, да я еще не жил, да, ты представляешь, я не жил еще в те времена, поэтому с динозаврами я особо, в принципе, не знаком. Вот, только понаслышке, только так где-то что-то читал, вот, ну, я их не видел, я их не щупал никаким образом, да, то есть не гладил, вот, конечно же. Не кормил, поэтому вот интересная игра и рыбы древние какие-то. А, привет, ребяхи. Че это там такое? А, это мой динозавр. Думаю, что за дичь там плавает? Дружище, ты что там? Утонул, что ли? Я тебе даже это не заметил, блин. Так, давайте сделаем что-нибудь поготовим. Поготовим, давайте изготовить. Изготовить, поготовить, кулинария. Значит, вертел. Мы ничего не можем готовить, у нас есть вертел. У нас есть какие-то непонятные хлебца. А, можно даже их, да? Ну, давай попробуем. Хлебушек пожарить. Какой вкусный хлебушек. Отлично. Готовка еды. Кулинария 7. Поехали, значит, у нас есть островец. У нас есть островец. У нас есть будка, да. Давайте примем задание какое-нибудь. Примем задание. Вот этот парень, он мне больше нравится в том, что он дает нам классные какие-то задания. То есть очень-очень много всего дает всяких нишекосов. Поэтому мы сейчас большое имя маленькое животное. Выполняется, да, у нас. И давайте посмотрим, что нам надо. Отправиться в пункт назначения. Пункт назначения где? Прыг. Отлично, вон там. А почему, говорит, палатка? Погоди, я не понимаю. Можно, конечно, оседлать животное, потому что было бы, наверное, более разумное. Так, ну я же здесь только что был. А, ну можно, короче, сделать, наверное... А можно сделать сразу несколько квестов. Начать задание. Вот так, да, то есть отлично, я даже на самом деле не догадывался, что это можно сделать, но я догадывался, ты понимаешь, если бы не догадывался, я бы вообще просто не нажал. Вот, так, червоточина, хорошо, перенос, это отлично, но пока что не будем этим заниматься, потому что нам некуда приноситься, мы ничего не открыли. Кстати, у нас есть маркер, а я его почему-то раньше не видел. Почему я тебя раньше не видел, девица, а? Почему? А? Что ты такое делаешь? Вот, я говорю, я не знаю, почему-то мне так тяжело в этой игре дается. Вроде все легко, и в то же время в остальных играх мне в раз проще. Я ничего понять не могу, почему это так. Прям что-то меня такое прям делает. Чё там такое? А, здесь, короче, показывается квестец туда, квестец сюда. Не, давайте поехали, ладно, сюда, здесь ближе. Потом мы туда загоним, съездим. Окей. Я буду знать, что там вниз нужно, будет квест. Будет квест. У нас вообще 3 квеста. Почему-то постоянно горит у нас ночь. Я не знаю, почему-то мы всегда катаемся ночью. Мы всегда ходим ночью. Когда мы вообще какие-то ночные жители. И без ночи у нас прям вообще какие-то проблемы. То есть мы ничего не можем сделать без ночи, без ночи, без чего-то такого-то вообще. Где там какие-то зверюшки показывают? А, здоров. У меня я такой же большой, я такой же... В пункт назначения. Хорошо, мы нашли пункт назначения. Получить один уровень или выше предмет со свойством мяса. Блин, ну... Так. Окей, что я могу сказать? Поехали, значит. Чё, мясо, здорово. Мясо, ты будешь моим мясом. Режим разведки. А, нам нужен режим разведки, нет? Нам мясо нужно. Какой режим разведки? Ты будешь его бить?
Вот, видишь, просто надо нажать на него, а я жму на бой, и ничего не происходит. Окей, я вот и говорю, я не знаю, может, конечно, просто я редко в нее играю, это, скорее всего, самое то, что очевидное. Иначе просто никак это не объясняется. Вот, потому что как-то прям вообще я не могу. Вроде все и просто, вроде как и не могу что-то. Прям со мной первый раз такой. Прям тебе на полном серьезе говорю. Ты, динозавр, не вмешивайся. А то ты посмотришь, скажешь, а моего дружбана бьют, сбивают, я сейчас нападу тебе сзади, наваляю. И вдвоем меня отпинают, забодают, съедят, и все, и игра закончится. О, я могу его поймать, да? Ты что, правда что? Правда? А нафига я его ловлю? У меня же есть он. Ну, окей, я его... Их же можно продать, на самом деле. Вот смотри. Смотри, бро. Смотри, давай. Оп, и... Вщи. Не поймался. Надо было раньше просто это делать, и было все топово. Да куда ты побежал? На тебе. Нам мясо нужно получить. Мясо первоначальное. Так, значит, мы собираем мясо. Нам нужно мясо. Раз. 5 штук мяса, нифига себе. 2. 3. Хорошо, 3 мяса собрали, еще нам надо. Поехали, значит, поехали тебя бить. Можете, конечно, приручить их, я не знаю, как вариант, потому что я тогда вам не показал это дело. Просто надо сейчас смотреть в оба, чтобы как только появится сетёжка, сразу нажимать ее, иначе ты прошляпишь опять, как это только что было. Давай, я же жму, давай, кликайся, нажимайся, все будет хорошо, у нас все будет отличненько. Мы прям вообще нормально, просто берем и танчим против вот этих всяких динозавров, то есть вообще нам пофиг на них. Не страшно нам с ними связываться. Ой-ой-ой, сеть. Нажимаем сеть. Давай. Ловись. Успокоился. Он сорвался, если что. Не получается у меня. А вот тогда у меня прям вообще... Я быстро его поймал. Не знаю, это, наверное, скрипт какой-то был. Вот, а сейчас ничего не получается у меня. Игра против меня просто настроена. Она против меня настроена. Не знаю, почему она против меня настроена, но она почему-то постоянно против меня настроена. Ладно, окей, значит, мы получили левел и получили мы мясо. Что, в принципе, мы и добивались. Одно мясо? Ты чё такой тощий-то был? Да ты издеваешься? Да ты приколист, игра. Как с такого динозавра одно мясо ты собрал? Ну как? Блин. Блин, он что, детеныш был какой-то? Ну что ж такое? Он здоровый был. Ну, реально, ну что это такое? Что за дичь творится? Одно мясо. Ну, блин, ладно, придется еще одного бить. Что я могу сказать? Бьем еще одного. Вот так давай. Вот так хорошо, поехали. Поехали, хорошо, поедем. Поедем, побьем мы всех. Отлично. Так, в щи получил. Ни за что, просто получил щи. На тебе тоже взамен. У меня квест на тебе, я что могу сделать? Оп, давайте попробуем сетёшечку бросить. Бросить. Я ж нашел. Он меня бьет, если что. Ну, нет, смотри-ка. Он раз и берет и сбрасывает. Вроде же сеть идет, я не знаю, что не так. Что не так? На тебе за это. Ты будешь тогда моим мясом. Не хочешь моим быть животным, будешь моим мясом. Да, вот я тебе прям на полном серьезе. У меня вот есть мое животное, да, которое я поймал, а ты будешь моим мясом. Ты куда побежал? Иди сюда. На тебе. Вот так тебе. Выносливости у нас недостаточно. Куда бежишь опять? Ну, смотри, что делать. Да ты... А ты-то что стоишь, тюлень? Ну, ты реально, он стоит и не знает, что делать ему. Ударь его. Еще раз ударь его. На ему вот так вот. Нефиг от нас убегать. Хорошо, значит, мы собираем мясо. Теперь у нас мясо уже перебор. Но это хорошо, мы одно съедим, если что, потом пожарим. А, значит, доставить в пункт разгрузки. Хорошо, поехали. Поехали, зверек. А, оседлать. Потом покормим. Блин, да ты опять жрать хочешь. Ты даже мои трусы можешь сажать. Там написано, что ты можешь сажать мои трусы, которые я из листиков делал. Но, как вариант, смотри, если вдруг будет ледниковый период, да, закончатся все листья, закончится все, что прокормить динозавра, ты берешь такой себя последние трусы, снимаешь вот эти вот листочковые, и все у тебя красиво, у тебя зверь живет, тебя он катает, все классно, ты такой, оба-на, смотри, динозавр едет на динозавре, вау, ты такое видел, динозавр на динозавре, вау, круто, браво.
Круто! Я свойский чувак. Я, видишь, езжу такой же полосатый, как и ты. Поэтому мы с тобой подружились, и все у нас топово. Все классно, все замечательно. А теперь меня вези, да. Вези меня, вези и... А, это слезь, нет, слезь, нет. Так, погоди, что такое зелененьким говорит? Зелененьким что-то говорит интересное, наверное. Интересные, прям интересные. Что это такое? Ящерица. А мне надо ящериц бить? А что мне надо делать с ним? Стебли собирать? Ладно, я потом с этим разберусь. Давайте-ка мы сперва сдадим квест, потому что, ну, что-то здесь горит зелененьким. Что-то здесь не так с этим делом. Где у нас карта? Куда я еду? Так, я хоть правильно еду? А можно как-нибудь это, телепортнуться сразу? Блин, что-то далековато ехать-то, я бы сказал. Прям вообще далековато. И я не рассчитывал, что это так далеко будет. Вообще ни разу не рассчитывал, что так это далеко. Крысы, пока. Пока, крысы. Крысы долой. Не люблю крыс. Я еду, я еду. Я очень медленно еду. Еду я медленно и... О, кстати, есть портал. Может быть, на портале, в принципе, можно будет телепортнуться. Там же, по идее, должен быть открытый портал. По-любому, давайте так и сделаем. Потому что ехать это очень... Это просто фум. Перенос. Так, перенос. Я говорю, перенос. Перенос. А, вот сюда можно, да? Не, вот сюда, пожалуйста. И он просто-просто влёг туда. Он просто лег и встал. Вместе со зверем со своим телепортнулся. Получилось красиво, в принципе. Мы сразу раз и здесь. Так, нам в пункт разгрузки. Где пункт разгрузки? Где? Вот он же, да? Где-то вот здесь. Вот он, да? Нет? Ты, погоди, что это такое там? Приграничные чего-то там. Где пункт разгрузки? Да что же меня бомбит-то? Вот он, да? Блин, а чё он как-то выглядит-то неправильно? Ну, окей, ладно. А почему мясо разное? Чем он отличается? Материал первопроходца уровень 1. Ну, не знаю, ладно, без разницы. Если ты мне подскажешь, почему оно разноцветное, то было бы очень классно, очень было бы круто. Значит, так, у нас дальше... У нас дальше какой-то еще квестец есть по-любому, поэтому сейчас мы это дело поехали. Сделаем еще квестец. То есть у нас он горит, вон, видишь, нас манит. 124 метра у нас и будет квест. Квест, квест. Поэтому сейчас мы берем это, делаем красиво, берем квест. И, наверное, сегодня я не буду больше ничего такого делать, потому что я... Ты кто там спишь? Можно тебе наступить? Много раз наступить. Можно тебя? Не знаю, там кто-то в кустах валяется и спит. Я по нему потоптался, он не проснулся. Я пытался его разбудить. Я пытался разбудить, сказать, что там ночь идет, ночь на дворе, надо встать. Надо проснуться. Вы издеваетесь? Я не утону. Ну, рыба плавает, все дела. Ну, нет, смотри-ка, не утону. Все нормально, то есть мы красиво телепортнулись. Опять я въехал в дерево. Да что ж ты будешь делать-то? Что ж мне деревья-то такие? Кратер. А на кой мне кратер? Слезть меню животного, изменить имя, отклонить, покормить, сумка, поехали. Поехали. Тара-та-там. Где заданница? Где заданница-то? Получить уровень 1 или выше, или фантус кость когти? Оу, блин. Ты кто? Элефантус, 15 уровень. Ё-моё. Здорово, крысец, тебе будет писец. Давай, на тебе. Ну окей, бьем. Что я могу сказать? Бьем элефантуса. Что теперь делать? Что делать? Элефантуса надо бить. Говорят, нам бить надо. На, значит, надо бить. Что еще остается делать? Я ничего не могу противопоставить игре. Игра говорит, игра мной управляет. Она просто говорит, делай. И я ничего такого не могу с этим поделать. Я такой, молча. А, да. Пойду я побью элефантуса 15 уровня. Вот так вот. Уу. Так, нам нужны кости. Когти. Все, что ли?
Одного было достаточно, ну, какой-то изичный квест, на самом деле. Ладушки, поехали обратно, оседываем. Блин, а что же горит вот это? Вот что за значок-то такой? Что тут не так? Что за тут листья? Что тут, кто тут выращивает? Баобабы, что ли, какие-то? Ой. Ой. А так можно? Так можно передвигаться? То есть я... Игра. Игра окей. Ты видишь, да? То есть мы бежим по динозавру. Динозавр бежит впереди нас. Отлично. Почему бы нет? Это тоже такой свой вариант передвижения. Почему бы так не делать? Если так можно, то почему бы не делать так? Выглядит довольно-таки нормально. Так и должны все ходить. Почему бы сел на лошадь, и ты идешь, и она идет, и отлично, и все классно у тебя. Такой оп-оп-оп-оп. А лошадь тоже такая оп-оп-оп-оп. И все хорошо. Молодец, сел. Молодец. Давай, 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 сдавай квест. Сдавай. Костяшечки, океюшки. Все, уровень доверия, все у нас вообще нормально, все красиво, бро. Замечательно. Так, у нас есть еще какие-то квесты доступные? Ну-ка. Так, квесты, квесты, квесты. Коллекция стеблей, приграничная калица. Как тебя выполнить-то? Оп, оп. А, я его не взял, что ли? Как это так? Или я его уже выполнил? Ладно, поехали. Ничего не понял, я, по-моему, все брал. Я все брал. Что там горит? Куда мне идти? Вот смотри опять, смотри, что игра делает. Я не знаю, куда идти. Связка стеблей. Где эти стебли искать? Игра, ты мне хоть направь, пожалуйста. Игра мне в баобабы направляет. Зеленые. Вы стебли? Нет, они что-то пьют. Это стебли не умеют пить, поэтому это не стебли. Так. Блин, ну а реально, как стебли-то найти? То есть я все, да, то есть открытый мир, ищи где хочешь, что хочешь, сделай, игра, спасибо. Что это такое? Значит, мне нужна помощь в решении одной проблемы, связка стеблей. Целая куча поможешь мне собрать нужное количество, тебе потребуется стебель. Чтобы потом переработать часть под названием «Голыми руками». Если у тебя не будет на это времени, можешь просто купить готовое сырье у других людей. Угу. Можно прекратить задание, а можно купить. Хорошо, я понял, игра. А где искать? Мир-то большой. Игровой. А я сейчас буду полдня кататься. Уже, кстати, день должен был наступить. Ну, в принципе, ночь еще показывает. Не знаю, там, окончание ночи. Так, это мы возвращаемся, получается, обратно. Но здесь реально нету стеблей. Стеблей. Чё не так? Чё моргаешь? Ты моргаешь, что ли? А, здесь еще что-то выполняется. Ну и вот я и говорю, я ничего не понимаю, что происходит. Вообще ничего не понимаю. Ла-ла-ла. Будем путешествовать, будем мы искать стеблики. Привет, привет, девчуха зеленая, ковчуха. Зеленая ковчуха у этой вот девчухи, которая за мной побежала. Так, поплыли. Нет, ну тут реально нету. Так, у нас вообще что по острову? У нас по острову надо ехать вон туда. Никак. Ну давайте сделаем тогда телепорт быстренько. Блин. Чтобы сделать телепорт, надо, короче, ехать же еще до телепорта. Да что ж такое-то? Почему игра так все сложно? А почему нельзя сделать телепорт в любом месте? Ну, завязывай. Лишнее, это лишнее. О, зеленые трусы, здорово. Ох, нифига себе, палка-то. Ну, окей. Я побегу-ка лучше я отсюда. Побегу я, говорю, перенос, нажимай. Сейчас меня этой палкой как огреют, и я просто тут вот так вот свалюсь и больше не подымусь в игре. Просто ни разу.
Давайте сейчас попробуем поискать стебли, потому что, ну, если же нет, то, в принципе, все. На сегодня, наверное, все закончим, потому что я не знаю, где их искать. Это долго, это, короче, рандомные поиски, потому что мне ничего не показывают. Никаких мне координатов не дают, игра ничего мне не говорит, ничего не подсказывает. Если ты знаешь, как найти эти стебли, пиши мне в комментариях, потому что я вот реально не знаю, куда мне сейчас идти, где... Ну, ты стебель, вон стебли! Ветка. Стебель. Ну, давайте попробуем сделать вот так вот. Я не знаю. Давайте попробуем веточки пособирать, я не знаю. Во, ископаемый, кстати. Какой-то квестец мы делаем. Ну, окей, окей. Допустим, мы делаем какой-то квест. У нас вот они, веточки. У нас сбор растет. Хорошо. Что-то я хотя бы нашел какой-то квестец. Поэтому вот, ребятки, давайте, наверное, все-таки на сегодня все. Я сейчас пособираю вот эти всякие эти. Я думаю, тебе не особо будет интересно то, что... А я тебе как показываю, как рубить деревья. Ты это все и сам прекрасно знаешь, поэтому мы с тобой увиделись. Ты посмотрел видосик, я заполнил всю сумку и больше ничего не могу сделать, поэтому сейчас буду разгребаться сумкой. Ну а ты напишешь хороший классный комментарий. А если не подписался еще на канал, то подпишись на канал и будет вообще все огонь, будет все отлично. Вот, на сегодня это все, ребятки. Всем удачного, хорошего дня, удачной, хорошей игры. Всем пока-пока.